Будущее за молодежью. В Нарьян-Маре прошла встреча студентов с Ириной Галановой, заместителем председателя Ассамблеи народов России. Мероприятие прошло в рамках проекта «Школа молодого лидера», который курирует Ассоциация ненецкого народа Ясовой. Подробности в сюжете Катрины Тайбарей. Школа молодого лидера стартовала еще этой весной. Представители молодежи и сел Ненецкого округа собрались под эгидой Ассоциации ЕСВИ. Работа проекта направлена на активизацию студентов, раскрытие их потенциала. С ребятами мы, во-первых, поработали в Ассоциации ЕСВИ. Мы научились, как правильно себя представлять. Во-первых, представляться. Это очень важно на сегодняшний день. Во-вторых, мы провели тренинги по тому, как правильно говорить, выражать свои мысли и доказывать свою позицию, грамотно доводить. Первая в этом сезоне встреча участников проекта прошла накануне с Ириной Галановой, заместителем руководителя Ассамблеи народов России. Если мы хотим жить в мире совершенном, в мире полном дружбы и любви, нам нужно научиться общаться друг с другом. И вот Ассамблея народов России этим занимается уже не одно десятилетие, помогая людям лучше друг друга узнавать. В ходе встречи собравшиеся обсудили новую реальность, которая стала особенно ярко выражена в последние годы, а именно внедрение виртуального мира в нашу жизнь. Сейчас появился мир, созданный по другим законам, так называемый виртуальный мир, и он оказывает огромнейшее влияние на мир реальный. И вот с ребятами будем сегодня говорить на ту тему, как выстроить свою личную траекторию, понимая взаимосвязь своего личного блага с благом своего народа, своего рода, своей родной земли, планеты в целом. Всего в проекте принимают участие порядка 20 студентов из образовательных учреждений округа. В рамках школы молодого лидера запланирован ряд встреч с первыми лицами региона, а также написание проектов по улучшению качества жизни в Заполярье. Катрина Тайбарей, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».